Класс альпинистской подготовки откроют в Магаданском клубе «Подвиг». Занятия начнутся 1 сентября. Об этом рассказал директор военно-патриотического центра Роман Кирпичников председателю Магаданской городской думы. Сергей Смирнов обещал помочь с ремонтом и приобретением необходимого оборудования. Я считаю его одним из самых, скажем так, эффективных учреждений по воспитанию подрастающей молодежи, особенно мальчиков, юношей. Знаю много семей, много непосредственно воспитанников, которые какими пришли сюда, какими вышли, стали настоящими достойными членами нашего общества. В классе альпинистской подготовки детей научат технике работы с веревкой, взаимодействию с другими участниками группы, страховке и самостраховке, а также основам правильного выбора и использования альпинистского снаряжения.